Привет! Здравствуйте! Вот это у тебя кофта? Покажи, что это там? Какие белые у него. Вот этой щеткой чистили с ним. Утром я пришла, почистила ему. Совпадение какое? У вас тут с динозавром одинаковые щетки. Так. Все, ты до самого потолка поедешь? О, ты очень высоко поднялся. Прячь глаза, это обязательно. Видишь, у меня тоже очки. Вот. Смотри, она включается вот так. Надо провести рукой вот здесь. Она включается и выключается. Ну-ка попробуй. Вот смотри, тут две точечки, вот над ними надо проводить. Вот. Ты что, сам так стараешься начищать зубы? Папа помогает? Вот это у вас с папой команда по чистке зубов классная. Ну-ка покажи еще вот этот зуб, вы как можно, смотри. Наверное, можно тогда сделать из нее какую-то фигуру. Ну, давай фоткаться. Улыбаться будешь сам? Ну-ка, где зубы? А зубы? Так, давай отдельно передние зубы. Какие красивые. Наверное, он что-то поел. Или тут жвачку. Жвачку? Смотри, я вот сюда сейчас налью водички. Давай мы его Тут прицепим специально. ветер, а на второй кнопке вода, Держать смотри. себя. Отлично. Еще он слюни собирает. Посмотреть можно. А взять можно, когда почистим зуб. Как выбирать? Да? Да, вот ты же поиграл, а мы сейчас, смотри, тебе сейчас зубки помоем, почистим, и мы с тобой пойдем в игровую. Давай? Нет. Он просто еще, может быть, не привык к обстановке. Он хочет что-то делать, он это будет делать. Не хочет, и вот он, да, и он будет, как бы, вот, все делают то, что он хочет. У него есть такой, он, как бы, сельский задаток присутствует. Мы проходим, мы встаем с ними. Поэтому он лучше вот так искать. А если его не будить, то он не собака. Фрукты можно выбрать. Вот тут и фрути, и черника. 10, да, наверное, удобно по времени, чтобы мы встали. Да, часов 10, сейчас я скажу.